Здравствуйте. Случилась такая удивительная вещь, и мне очень хочется с вами поделиться. Может быть, у кого-то тоже есть такой опыт. В прошлом году мой церапиталом бикалор, бульбофилом бикалор, цвел. Кстати, очень медленно он развивается в сравнении с другими бульбофилмами. По одной псевдобульбочке и старая отваливается, не знаю по какой причине. Но дело не в этом. Меня удивляет совсем другая вещь в этом бульбофилме. Если кто-то видел мое прошлогоднее видео, то обратит внимание на то, что этот бульбофилм был такой золотистый, более светлый и более яркий. В этом году он коричневатого оттенка. И что самое интересное, у него изменился запах. Я рассказывала в прошлом году, что запах у него приятный, такой нежный, а в этом году он меня слегка разочаровал. Мало того, что пахнет он довольно интенсивно, и пахнет, как бы вам сказать, но если кто-то помнит, в начале 90-х стали поступать такие импортные всякие порошки, мыло, и вот было такое жасминовое мыло. Оно как-то странновато пахло, но вроде бы жасмин, но в то же время как будто бы, ну как бы помягче сказать, навоз. Ну и вот здесь такое же сочетание, причем пахнет довольно сильно. Я не знаю, жара ли повлияла, или такие резкие перепады, то 40, то 20, но в общем изменился и запах, изменилась и окраска. Если кому интересно, можете посмотреть прошлогоднее видео. Но это действительно интересно. Это была первая моя орхидея. Второй забавный случай с моей шалашистой. Она была желтой. У меня действительно, не знаю, истерика начнется от веселья. Если вот это желтый цвет, тогда я не знаю, что такое белый. В этом году она просто белая. Мне вообще везет на шалашисты. Я с самого начала стала заказывать красную. Мне пришла желтая. Затем я снова заказала красную, желтую отдала. Но опять вышла желтая. Теперь мне прислала Светочка. Она, правда, маленькая, красная. Она, но она очень маленькая, еще шалашистая. Я не знаю, она не цвела. Возможно, она красная. Вот теперь у меня две желтых, ну и одна, я надеюсь, что Светана из Франции, она будет красной. А эта вообще в этом году поменяла полностью окраску, ну посмотрите. И это еще не все. Ну вот и третье мое забавное происшествие, посмотрите на эту красавицу, я ее показывала, было целое видео по ней. Огромный букет был желтых цветов, и вот посмотрите, половина цветов стала белыми. Но единственное, на что я могу погрешить, это из-за того, что здесь много света, хотя я ее загнала уже практически в очень темный угол. Или из-за того, что температуры были действительно ненормальные, но не знаю. И моя променея тоже вот такая вот теперь. Если у кого-то был такой опыт, пожалуйста, поделитесь, но чтобы на трех орхидеях было такое, я такого не видела. Спасибо.